Добрый день, друзья. Добрый день. Сегодня хотим поговорить немножко о нашей образовательной программе на осень. Мы начинаем уже расставлять расписание, которое у нас будет работать в 2021 году осень. И начнется оно с курса «Деньги». «Деньги из глубины». И дальше раз в две недели у нас будет курс, и каждый курс будет из глубины. Мы взяли именно самые важные параметры, которые действительно важны для человека, и рассмотрели их из пустоты, из тех глубин, где именно закладываются ядрами те сюжеты, которые будут проживаться. Сказать их кармически, это не кармически. Но именно там идет закладка того программного обеспечения, той сюжетной линии, когда... То есть это человек сам себе заложил для проживания в этой жизни, именно исходя из вот этих условий. И зачем он заложил, известно только ему самому. Да? Но так как он ни хрена сам не осознает, то он этого не помнит, не знает, и кажется, что это сделал ему вынесенный Бог. Кто-то, да. Кто-то. Вот кто-то такой вредный, лишил его доходов, кто-то такой... И начинается вынос ответственности, потом начинается разворот игры, курсы, тренинги, там, денежный поток, я привлеку их к себе, я еще там что-то. И начинается чушь, та чушь, которая в дальнейшем не меняет человека, не служит его доходом и не решает вот тот глубинный выбор, но является составной частью заведомо спланированного сценария еще до прихода в жизнь. И вот мы, когда вот эти вещи начали разворачивать, мы поняли, что к деньгам вообще особое отношение, без них не выстраивается ни один жизненный параметр, но это вы уже знаете. С ними особое отношение, потому что они всегда двигаются потоком навстречу, но никогда не двигаются сзади, и никогда ты до них не дотянешься и не добежишь, потому что они всегда проходят мимо. И когда и ты мимо, я имею в виду, ты их фиксируешь только периферией, и получается с ними... Есть определенные взаимоотношения на глубинном уровне, и они влияют на все параметры жизни. И отредактировать действительно свои доходы, свои бизнесы, свой материальный статус можно и достаточно быстро, но тогда деньги не будут целью вашей работы, а большинство людей работают ради денег. Деньги не будут целью ваших отношений. А очень многие женщины выходят замуж за статусных мужчин ради квартиры, машины, дачи и уже там член в придачу. Да? Вы поймите, у вас в корне изменится отношение, но при этом вы будете фиксировать свой личный интерес. Вы будете фиксировать счастье. И где-то по сторонам вы будете видеть, оттуда придут, оттуда. И само собой разумеющееся, что есть на все и хватает на все, что вам надо. И это про успех, и это про счастье. Потому что для вас же будет открытием, что, оказывается, каждому человеку нужен разный уровень доходов. Есть люди, кому не надо быть миллионерами и миллиардерами. И это, кстати, большинство людей, но им надо иметь все то, что они хотят иметь, в гармонии, в радости и в счастье, для того, чтобы проявляться, опять-таки, в счастливом ключе. И вот эти все открытия человек находит внутри себя. Так вот, чтобы войти в глубины, а мы будем работать из глубины, там работают индивидуальные программы. То есть при всем том, что там это все сборка из коллективного, из родового, из генетического и так далее, там работают индивидуальные программы. Привести человека в его индивидуальность, это невозможно. То есть мы можем осознавать себя этим человеком, мы можем брать информацию, но сделать вот это вот, включить это осознавание, что человек осознает себя нами, да, и проходит этот путь, и у нас шлюз открыт в две стороны, пока мы этого не умеем. Да, может быть, и научимся, но пока не умеем. И получается, что вот на эту территорию из глубины, где действительно очень эффективно можно менять жизнь, каждый приходит своими ногами. Поэтому мы будем максимум давать того, что мы можем подвести, показать и объяснить, куда надо нырнуть и где брать, да, подвести в эти же состояния, но каждый будет брать это все в своих пустотных составляющих, выяснять по своим генетическим программам. И вот для того, чтобы в эту пустоту войти, если назвать это допуском, это не допуск, это просто уровень осознанности человека, когда человек осознает,
свою, с одной стороны, индивидуальность, с другой стороны, неотделенность. Вот с этого начинается погружение вот в эти глубины. И для того, чтобы хотя бы близко подойти к, вот, к этим моментам, для того, чтобы этот курс все-таки не был для вас пустым звоном, мы рекомендуем пройти до того, как вы придете на этот курс, пройти практикум 100 глаголов из глубины. Он записан, и его можно взять в свободном доступе для того, чтобы начать движение к себе из интереса, да? Пройти ценность себя курс, пройти старт деньги, отношения, здоровья и пройти курс деньги, реализация, карма. Вот те курсы, которые есть на Сабришине, их можно купить и самостоятельно отработать. Потому что в них мы даем очень много информации, которая не будет повторяться на этом курсе, но именно они, эта информация является ступеньками, как, и, да. моментами трансформационными как, вас, угу. вашего отношения к деньгам, вашего отношения к отношениям с людьми, вашего отношения к реализации, вашего отношения к жизни в целом, ваше отношение к себе. И вот уже когда мы говорим про отношение к себе, вашего перехода в себя настоящего, искреннего, открытого, в вашу сокровищницу, которая является общей сокровищницей. Блин. Ну, как-то так. Как-то так. Даже на слова это трудно ложить, потому что... Это своего рода почва такая. Ну, ступенька, правильно. Ну, вот как будто из веточки дерева вам надо будет попасть в его корневую систему. Угу. И вот этот вот шаг, его придется сделать, потому что у каждого своя дорожка, по которой он туда приходит. Но при этом у всех одна корневая система. Все есть одно. Итак, друзья, по программам, которые у нас будут осенью, вы можете сейчас заходить, смотреть на сайте Сабришин, они активно будут размещаться. Мы вынуждены прерваться, потому что пошел дождь, и он льет на аппаратуру. Наверное, нужное сказали. Продолжение в следующих выпусках про наши курсы. До новых встреч. До новых встреч.